Да, сегодня просто отличный день для того, чтобы угнать старую Бугатти с заброшенного гаража. Короче, это просто что-то с чем-то. Мне одни очень крутые люди сообщили о том, что за городом есть один прекрасный гараж, про который просто все забыли. И в нем стоят заброшенные тачки, которые никому не нужны. Короче, такая история. Был владелец очень богатый, у него было очень много машин, но он улетел на другой остров, и его здесь уже давным-давно не было. Этот гараж, в нем самые дорогие машины, но единственное, но он охраняется. И сегодня нам нужно будет угнать одну из этих тачек, которые там будут, и походу это будет Bugatti Veyron. Я вот жду тот момент, чтобы сейчас уже стемнело, и мы можем выезжать. Да, уже в принципе и так закат, через буквально час уже будет темно, поэтому я думаю, пора выезжать. Последнее время я перестал выпускать телефон из рук, потому что теперь я играю в Hustle Online. Это бесплатная игра с открытым миром и крутыми машинами на твой телефон. Но у многих появится сразу вопрос: а как скачать эту игру? Вы можете просто перейти по ссылочке в описании этого видоса, нажать на кнопочку «Играть в Hustle Online» с телефона, потом нажать на кнопку «Играть бесплатно», и дальше нужно выбрать, если у тебя iPhone, тогда App Store, а если у тебя Android, тогда скачать с Play Market. После того, как скачаете, нужно запустить игру и зарегистрироваться. На самом деле все очень легко. Придумывайте себе ник и выбирайте 14 сервер, потом нажимаете «Играть», пишите адрес электронной почты, придумывайте пароль и повторяете его ниже. Вуаля, все, вы появляетесь в игре. Также игра вам предложит ввести ник пригласившего. Вы можете написать «Мой личи Топчанский». Теперь вам нужно нажать на 4 квадратика, которые находятся под картой в верхнем левом углу. Откроется меню, и тут найти раздел «Награды» и «Промокод». И сюда ввести мой промокод «ТОП», который даст вам приятный бонус и легкий старт игры. Заходи на Hustle и играй вместе со мной. Как видите, я подготовился. Я максимально затонировал эту тачку. Поставил фейковые номера через одного человека. Потому что там будет система наблюдения, и нам нужно будет с этим справиться. А также нагрузил тачку большим количеством всяких примочек и всяких штучек, которые положил там в тачку. Ну ладно, не будем сейчас палиться. Мало ли, может, тут тоже камеры какие-то есть. Короче, все, погнали так. Все, одеваемся, все максимально черное. И все, пора ехать. Там какой-то чувак крутится. Че ему надо? Че ему надо этому чуваку? Он случайно не следит со мной? Ладно. Все, погнали. Погнали. На это дело. Уже у меня получена метка на этот гараж. Как видите, она уже стоит в моем GPS, поэтому нужно аккуратно, спокойно туда просто поехать. Просто доехать до этого гаража, и все. Главное, не привлекать внимания и не давать за собой вести хвост. Потому что я вижу, что тут полицейские патрулируют район. Это нам не надо. Нам нужно доехать до туда без хвоста, абсолютно без каких-либо проблем, без аварий, без шумихи. Самое главное — тихо, спокойно и без лишних глаз. Самое главное — без лишних глаз. Окей. Уже остался доехать километр. Самое главное — это будет отключить камеры. Потому что там стоят камеры вокруг гаража, или на гараже там стоит, если я не ошибаюсь, одна камера. Вот нам нужно будет ее отключить. Камера просто показывает вход в гараж. Нам нужно не спалиться, словить вот эту волну. И да, надо будет все это сделать.
Все, надо это будет сделать. Так, отличненько. Осталось-то совсем чуть доехать. Она находится за горой, этот гараж. Так, тут надо ехать по дороге. Все прямо. Потому что если я поеду через траву, через что-то еще, это будет слишком палевно. А нам не надо никаких глаз, никаких претензий, чтобы не было к нашему вождению или к чему-то еще. Мы обычные люди. Мы просто едем кататься. У меня в машине нет ничего секретного, сверхсекретного тоже, и никаких примочек для взлома тоже. Ну, это только я знаю, а остальные нет. Все, так, мы поворачиваем сюда. Тут дорога закончилась. Ой, а как это так? Все, погнали. Тут никто не палит. Все, отлично. Отлично. Поехали аккуратно вот тут вот сюда. Так, я понимаю, что нам нужно будет туда именно и ехать. Что ж тут за дорога? Что, главное не разбить сейчас все примочки, которые там лежат. Это самое главное. Самое главное доехать до туда в целости и вообще, чтобы все четко было. Так, ну практически все. Я так понимаю, надо отключать фары. Фары надо отключать, потому что там впереди есть камеры, чтобы они не палили. Так, все, походу, вот вон он гараж. Вот он гараж, который нам нужен. Там меточка стоит на него. Так, нам нужно как-то отсюда спалить эти камеры и срочно их отключить. Давайте подъедем поближе, телефон не ловит. Надо поближе подъехать. Так, давайте-ка отсюда вот так вот подъедем. Вот так вот. Давайте. Главное не попасть в окружение этих камер. Так, отлично. Все, мы доехали. Все, телефон словил. Отличненько. Пора взламывать гараж. Так, отключаем камеры. Так, телефон пока что не нашел ни одну камеру, но... Так, все. Отлично. Должна отключиться. Все отлично сработало. Надо быстрее прятать машину куда-нибудь под мост, потому что, чтобы я когда за ней приехал, она осталась без палева, максимально без палева. Так, отличненько. Так, все, тут тормозим, глушим мотор. Отлично, у меня очень мало времени, пока ночь, пока никто не спалил, что камеры отключены. Нужно действовать. Так, берем все, что нужно. Чик-чик, все, отлично. Все, бежим. Теперь надо попасть в этот гараж, чтобы быстро все сделать, пока камеры не работают. Вся система взлома сработала отлично. Я не знаю, через сколько это спалится, через сколько могут приехать копы, но нужно действовать максимально быстро, на что есть максимально силы, на то, чтобы все это я сделал прямо сейчас. Так, отлично. Теперь доступ к гаражу есть. Походу гараж должен сейчас подумать, что это я. Так, у меня ключ доступа есть. Походу все должно сработать. Все отлично, теперь пора открывать. Так, отлично. Чу, блин, я случайно еще заблокировал двери гаража. Вот это вот сейчас будет весело. Как я теперь попаду в гараж, если я еще и заблокировал двери? Отлично, тогда придется кое-что сейчас взять. Так, отлично, у меня есть кое-чем, я могу ее открыть, да, yes, получилось. Я не верю своим глазам, что у меня получилось. Фу, фу,
Пора. Я в шоке. Это в шоке. Мои друзья-хакеры просто мне не поверят, что это произошло. Надо обязательно сейчас записать это на телефон. Им надо это будет показать. Вы не верили, что у меня это получится. Взгляните. Взгляните, какой я гараж только что взломал. Посмотрите, что тут за тачки. Посмотрите, это все только что сделал я своим взломом. Гараж, который был закрытый всегда, я только что взломал. И никто не узнает о том, что это был я. Я просто гений. Все отличненько, сейчас в телеграмчик скину это видео своим друзьям. Кстати, подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что там я уже выложил кое-что из хакерских дел. Поэтому, если что, я оставлю ссылочку в описании, только никому не говорите. Договорились? Так, все, пора выбрать тачку, которую я сейчас отсюда заберу. Надо действовать быстро, и я знаю, что мне надо было взять Бугатти, но тут все тачки крутые. И ладно, надо взять эту машину. Надо будет взять сейчас эту машину. Так, ладно, у меня все получится. Надо ее открыть сначала. Надо будет сначала ее открыть, но она закрытая. Естественно, она закрытая. Но я надеюсь, что техническая часть машины еще не настолько устарела, чтобы я мог ее взломать. Как бы мне, может быть, я Фомкой подковырну этот спойлер, чтобы получить... Отлично, чтобы получить доступ к проводам и отсюда... Так, отлично, машину запустил, и, по идее, должен бензобак тоже открыться. Да, бензобак уже открывается. Теперь пора взломать машину и ее технический код. Так, быстрей. Да, yes, да, у меня получилось, и сигнализация не сработала. Насколько нужно быть мастером, чтобы это получилось? О, уже рассвет, надо быстрее ехать, поэтому давайте-ка я сейчас быстренько ее сфоткаю на память, и тогда уже поеду. Надо уже быстрее все это делать. Просто быстрее. Так, отличненько. Так, теперь нужно как-то сделать покрасивее фото. И отсюда. Так, чик. Прекрасно. Так, все, теперь отсюда надо валить быстрее. И желательно закрыть за собой гараж, чтобы никто не спалил. Да, потому что действительно могут спалить. Или я надеюсь, гараж закроется сам по себе. Да, отлично. Йоу, посмотрите, у нее даже фары желтые. Чё? Вот это я сделал. Жесткое, максимально жесткое дело. Так, отлично. Теперь пора уезжать отсюда максимально быстро, чтобы никто не спалил. И да, тут дорога. И надо как-то быстренько заехать на дорогу. Да, а что странного? Многие могут заметить, что Бугатти вся заброшенная, вся такая вот жесткая, едет куда-то. Ну а чё, я, может, просто машину неделю не мыл? Так, аккуратно, главное ее не врезать никуда. И просто что за тачка? Как же она долго тут стояла? Даже фары желтые еще с тех времен. Я просто в шоке. Но зато я на Бугатти, и отлично. Теперь ее можно будет перепродать, и главное не попадаться копам, и как-то потом поехать забрать свою тачку, потому что это на самом деле просто жесть. Окей, надо въехать в гаражи, чтобы там снимать с нее все примочки, и она чтобы стала полностью тачкой такой, ну, которая не будет отслеживаться. Короче, весь бортовой компьютер придется максимально перебрать и сделать так, чтобы никто и никогда не мог спалить, где она. Так, быстрее проходи, чувак. Я вообще-то спешу кое-куда. То вы думаете, что я тут что, просто так ездю, что ли? Ё-моё, так, светофоры? Ну, не сегодня. На красный я все-таки сам проеду. Так, отличненько. И теперь сюда поворачиваем в гаражи. Так, чё ты тут гуляешь?
Кто вы такие? Что вы тут делаете? Надо теперь только развернуться и... Фух, какой же я молодец. Какой же я молодец. Я все-таки это сделал. Я просто в шоке. Фух. Да, это было сложно. Но зато у меня максимально старая заброшенная Бугатти. Фух, я это сделал. Я просто молодец. Я сделал максимально нужное и важное дело. Это было очень топово. Фух. Фух. Вот это Бугатти. Максимально круто. Я не верю, что это произошло. Поэтому, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк на этот видос. Мне это будет действительно очень важно. И поддержка на этот канал очень сильно важна от вас. И это действительно будет круто, если каждый из вас поставит по лайку на такой крутой видос. Ну а я пойду отдохну. Но надо будет сначала загнать в какой-то гараж, который еще свободен. Фух, очень была жесткая ночка. Ну, вот так вот.